Короче, мы пошли на прием. Вышли заранее. Пешком пойдем опять. Потому что погодка хорошая, солнышко. В общем, мы убьем двух зайцев. Мы и прогуляемся, и полезная ходьба, и денежку на автобус сэкономим. Купим на это что-нибудь. Так, дети у меня с телефонами. Показывайте свои телефоны. У нас какие у них телефоны. Какие у вас? А у Егора так вообще суперский. Такого ни у кого нет. Да. И вот это каля-маляка. Понятно. В общем. Каля-маляка, купи коня. Показала? Угу. Я против солнышка, я не вижу, что у меня там в экране, поэтому. Каля-маляка, купи коня. В общем, крутые. С телефонами. Это больше будет. Василисе подобрали оправу, да, Василис? Подобрали тебе? Угу. Давай. Только еще не готова. Ну, так неплохо. Егор, тебе удобно? А? Ну, ты вот по твоим ощущениям, что тебе удобнее. Те, по-моему, лучше были. Мне тоже больше тебе нравится. Там за уши вот такие посерьезнее. Ох, Егорка, вот видишь, как мама свои бережет, и ты также будешь над ними не дышать. Мама, тут еще футлярчики продаются. Ой, у нас на футлярчики уже не хватит, Егор. Почему? Мы с Лерой вам свяжем футлярчики. Ну-ка, посмотри на меня. Вот, сразу такой серьезный, умный стал. Так у нас закончился визит проверки Егора. Оказалось, у нас у Василисы нужно очки. Снежана у нас вся обзавидовалась теперь. Вот так. И Егор тоже, я расстроенный. У Егора линзы особые, поэтому ему, у него только через недельку будут готовы. Ладно, и Егор, вот я не буду тебя снимать, не переживай. Все, пойдемте. Мы решили показать вот эти папочки для рисования, потому что некоторые нам написали, спрашивали, зачем столько папок нужно и на технологию, и на рисование. Дело в том, что, насколько я поняла на собрании, у них вот эти вот папки, которые мы им собрали, будут лежать в классе, в шкафу. То есть они не будут каждый раз вот это все с собой таскать, только один раз принесут. Ну, потом, если, может быть, краски закончатся, или там карандаш сломается, салфетки кончатся, то будем подкупать, и они туда будут закладывать другое. А так эта папочка будет храниться в школе. А, Лера, не проливашки у нас есть двойные. Вот, мы их позже просто покупали. Плюс они у нас еще и подписанные. Вот так. Вот, я же ногами показываю. Лаком для ногтей, потому что маркера у меня не нашлось такого, который на пластике держится. Только текст-маркеры. Остальные все за лето высохли. В общем, подписали. Господи, Егорка, ты что у меня там кричишь? А, Масик у нас. Это у нас Масик. Покакал в горшочек. У нас пока еще эмоции по поводу котенка. В общем, вот три папочки. Василискина тоже вот вручает лак для ногтей. Чтобы они не путались, мы договорились, у Василиски розоватым, у Снежки вот голубым. Ну, Егор, понятно, что у него другая папочка. Ничего особенного там нет внутри, просто альбом, краски. Все, вот крик-то, вы послушайте только, если слышно. Нет, надо это идти снимать. Нет, его надо в ведро бросать. Вот, он покакал. Вы, ну, покакал, сейчас я уберу. Вы что тут столпились-то? Его уже убрал. Снеж, вот темно, тебя со мной не видно. Все, пошли. Вот и Масик. Так, не таскайте его. У него есть лапки, пусть он бегает сам. Василис. Ну, ладно.
Васе понравилась в очках. Она всю дорогу шла и рассматривала листики на деревьях. В общем, моя слезы глотала шла. Потому что узнать перед самым началом школы, что у тебя ребенок очень плохо видит, это шок, честное слово. Ну вот, такое вот у нас видео коротенькое. А что не надо? А что у тебя за скандал опять сегодня? Не сего. Что не сего? Не сего. Ты почему в одежде на постельное? Во-первых, у тебя постельное не убрано, во-вторых, ты в одежде в ней. Слезай с кровати. С кровати слезай. Постельное нужно убрать. И в одежде на постельное нельзя. Только в пижамке. Давай. Давай, давай, давай. У нас все хорошо было всю дорогу. Стоило только Егору сказать, чтобы он вышел из спальни из моей и папиной. Что там ему делать нечего. Чтобы шел переодеваться в свою комнату. И все. Вот у нас. Какие у тебя горчишники? Егор, вставай, Егор.